В Евросоюзе договорились продлить санкции против России на полгода. В Брюсселе считают, что Кремль не прикладывает достаточных усилий для выполнения минских договоренностей. Решение лидеров Евросоюза официально оформят в июле, а в начале августа оно вступит в силу. Нынешние санкции продлятся до января 2018 года. Евросоюз ввел санкции против России 3 года назад из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе. Тогда же о подобных ограничениях объявили Соединенные Штаты и Канада. Россия все обвинения отвергает.